Вы на канале Мистер Макс, 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 Макс Плей. Вы на канале Мистер Макс, 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 Макс Плей. И во что мы сегодня играем? Майнкрафт. Мы продолжаем играть в Майнкрафт. Мы уже немного. Я уже 4 этажа. Не 2 и 1 балкон. Нам писали, что мы нубы, что мы не умеем играть в этот, Майнкрафт. А у меня уже 2 плиты, 2 мы листа. Мы уже не нубы. У меня уже 4 кровати. 4 даже кровати. 5. У меня есть каменный сарай. Куча сундуков, каменный сарай. Уже большой есть... двор. Кстати, спасибо тем, кто писал в комментах, как сделать кровать, как сделать кирку и как сделать что там еще. Стекло. Во, да, мы не знали стекло, про кровать тогда мы еще не думали. Сейчас... А про кровать мы в гугле искали. Да, мы уже все знаем, где кровать. Кроватей много и разноцветные, да? Кровать надо 3 овцы убить и 1 кусочек дерева. 3 кусочка дерева. Трансформировать. По-моему, 3. Просто если трансформируешь 1 кусочек дерева, то получаешь 4. Ага, точно. 4 вот таких. А, досок. Короче, доски надо, да? Да. Окей. Так, ты забор разрушил? Это чтобы пройти. Кстати, ты мне что-то показывал, у тебя за забором что-то было. Кто это? Кто это? Кто это? Вот только что курицы какие-то, покажи. Кто там был? Ну, куры, куры, куры. Где? Я не вижу. Реально там птицы какие-то стояли. А где твоя овца? Овца? Она сбежала. Капец. Мы, короче, готовились к видео. Макс мне показывал, что у него была своя личная овца. Вот это что? Мечаги. Они бесполезные. Я думал, это какие-то голуби. Напишите в комментариях, как используют рычаги. Может, это телепорт какой-то? Нет. Нет? О, сундук. О, овца. Где? Это не сундук. Нет. Так, а если овцу загнать, получится в свой сарай? Нет. Она сама пришла. Угу. Ну, прикольно. Реально, у Макса была одна овца своя. Еще не белая такая, как эти, а... Коричневая. Коричневая какая-то. Мекала там. Ну, давай показывай, чем ты апгрейдил свой дом? Вот, я вижу сарай, это что это? Это замок я строил из березы. Ага, прикольно. Замок, и это твой дом, да? Ну, дай посмотреть его. Реально, четырехэтажный, современный такой. У тебя балкон? Да. Круто. А нет, один балкон. То утилити руми, я так называю их. Прикольно. А внизу что такая-то постройка, я вижу. Это точно сарай? Да, это сарай. Это ты для овцы? Нет. Нет? Я думал, это, там есть кровать, если что, если я не успел в дом зайти. Угу. Так, ну и показывай, давай подробно рассказывай. Ты же в прошлый раз у тебя ничего не было. Да. Вот у тебя сундук. Что в сундуке? Ничего пока что. Ага, пока ничего. Ой, а это что? Забор поставил случайно. Так, а с той стороны тоже сундуки? Нет. А у меня 7 сундуков. Ну вот же, я вижу 2. У меня по доме 7 сундуков. Ага, ну вот, это же 2 тоже сундука? Нет. А что это? Это плита, а это верстак. Ага, на плите ты что-то готовишь? А, это не плита, а печь. Да, там, точно. Где ты пек песок. Да. Из песка получал пирожки. Песчаные. Нет, стекло. Вот, у тебя уже все так круто. Везде стоят двери. Везде стоит стекло. Это мой utility room 3-го этажа. Угу. Сейчас я покажу мой настоящий 3-й этаж. Я всегда делаю лестницы в utility room. А ты уже не делаешь, что тебе длинные лестницы, да, такие из кубиков? Уже все вот такие? Да. По которым лазить? Я просто узнал, что такие есть. Угу. Вот второй сундук. Да, прикольно. У меня по дому 7. Сундук и еще один верстак? Да. Круто. Тут я собирался делать 5-й этаж. И будешь? Да. Конечно. Короче, в следующем Майнкрафте в летсплее у нас будет сколько уже этажей? Я думаю, 6. 6 или 8 даже. Да. А давай сделаем 10. Наберем 10 тысяч лайков и сделаем 10 этажей, да? На следующее видео Майнкрафт. Давай. Да. Итак, покажи хоть сарай свой. Так, домик мы немножко сарай? Обошли. Давай. Да. Там он без окон. А в заборе нельзя поставить какую-то дверь? Ну, зомби же зайдут. Через дверь тоже? Да, зомби могут через дверь зайти. О, вот мой сарай.
Прикольно. Короче, в сарае есть только кровать. Да. Я бы, знаешь, если были большие ворота, я бы сказал, что это гараж. То есть возле дома стоит маленький такой гаражик, где ты можешь ставить машину. Где гаражик? Ну, возле дома вот этот. Вот это? Да не, тот сарай я бы назвал гаражом. Вау, а ну прикольно, прикольно. Ты такой архитектор клевый. А ну, где? Вот, вот покажи, я ж... Дом. Вот, да ничего себе ты тут налепил. Какое оно все крутое. Ты у кого-то подсматривал? Нет. Или сам налепил? Я сам налепил. Прикольно. У всех вообще одноэтажные. А у тебя аж четырех? Да. Обалдеть. Ну круто, Макс. И нету у них дворов. Ну теперь Макс точно не нуб. Да. Макс уже профессиональный. Напишите, или нуб я все еще. Я... А то я хочу знать. Максу интересно, Макс же в Майнкрафте долго. Четыре кровати, четыре этажа. Много сундуков. Три утилити рума. Печка. Балкон. Сколько печки? Две печки, два верстака, семь сундуков. Вау. Пустых. Значит, надо их начинать. Я только что их поставил. Надо будет что-то в них туда класть? Да. Для меня сундуки, если у меня вот уже полный инвентарь. А у тебя кирка какая? Вот прошлый такая. Раз каменная? Да. Прошлый раз у тебя, по-моему, кирки даже не было. Да. И чем ты копал, помнишь? Руками! И еще? Я дерево свининой. Мы назвали ролик «Свинина хорошо копает». Все, но это только нубы могут так писать. Мы уже не нубы, мы уже знаем, что свинина не копают. Что свинину надо класть в печку, и тогда больше наедаешься. Да? Да. А так кусок съел и почти не наелся сырой. А после... Только один кусочек мяса заполняется. Тут я верстак вау, поставил. Вау, я на мост поставил верстак. Это ты мост строил? Да. Вах ты. Хотел построить вот туда, потому что... А мост, потому что прям вот в той дырке живут зомби. Угу. А залепить дырку нельзя? О, классная идея. Дерево. Бери меня почаще с собой играть. Я тебе поподсказываю всякого. Не ставится? Ой, там что-то... Меня затягивает. Ты под воду, ага. То есть это надо много-много-много дерева, чтобы заложить все, да? Нет, это надо супер быстрым быть. Ну и много дерева тоже. Потому что оно же там под воду, надо выше. Такой вот себе мир, реально. Ты, короче, заброшенный мир. Ты там один живешь, ты построил... У тебя овца! Или что это у тебя? Курица! Закрывай забор. Тихо. Все. Буду яйца собирать. Прикольно. Буду яйца собирать. Да. А если настроить таких заборов несколько и ждать, пока туда будут животные заходить? Идея? Давай. Вот можно даже разделить. У тебя большой двор. Разделить его забором пополам и оставить открытым. И в следующий раз что-то еще, может, забежит. Ко-ко-ко-ко. Ко-ко-ко-ко. Забор? Так, и кровати... Делается... Я знаю, как забор делается. Я смотрю, кровати у тебя разные, да? Кровать, да. Разных цветов. О, ты сейчас кучу забора наделаешь. 9, 12. Оранжевая кровать. Там где-то была красная, да? А с первой кроватью что ты сделал с белой? Выбросил ее в воду, потом поставил на третий этаж. А, все-таки достал, да? Да. Все-таки додумался, куда поставить. И освещение, я вижу, у тебя есть уже везде. Курица в доме! Курица! Ты чего в дом зашла? Во дворе гуляй, ты там живешь. Так, раз. И... Раз и два. Отлично. И оставить его открытым. Может, туда кто-то зайдет. Не, не, не отсюда открытым. Понял? А открытым со двора. Ну, вообще, с мира. Понял? Курица пусть туда зайдет. А-а-а. Где курица? Она уже тебе по верстакам ходит.
Может, не убивай ее? Давай, убить. Убьешь все-таки? Да. Она по всем вещам лазит. Она лазит по всем вещам. Если бы это была реальная курица, она бы еще тут нагадила везде. Да. На кровати оставила бы тебе кокулю. Все, теперь у нас есть куриное мясо. Или что это? А что курица дает? Мясо? Мясо и перо. А, круто. А овца тоже и мясо, и пух, и шерсть? Мясо и шерсть. А, ну прикольно. Это свинья, я так понимаю, дает только мясо. Да, только свинья. Или еще пяточка. И корова. И мясо она может давать, и еще эти копыта, и хвостики, и пяточки. Что делаем? Заборы? Да. Забор из дуба. О, у тебя уже 14 штук. 17 штук, отлично. А что там еще? Вот это мелкое. Что мелкое? А что-то там было возле верстака у тебя, не понимаю. То было дерево. Я не согласен на эту идею, на эту. Разделять не будешь, да? Нет. Ну, отлично. Как хочешь. Мне и так животные заходят. Какая у тебя дальше задача? Что ты еще будешь тут настраивать? Давай делать. А, точно, пятый этаж, помни. Короче, все, Макс занят стройкой пятого этажа. Да. Забор есть, куры, овцы сами заходят. Прикольно. Опа. А, лестница у меня уже есть. Три штучки. А, надо четыре. На этаж четыре лестницы надо, да? H надо сделать. Из палок. Хоп, 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 хоп. Вот лестница. И сейчас получилось. Отлично. То есть пошел делать лестницу на пятый этаж уже. Да. Ой, покажи, какой у тебя вид будет крутейший из окна. Ну, не из окна, а с верхнего места. С крыши? Ну да. С пятого этажа? Угу. Вот это. Можешь называть его крыша и пятый этаж. Да, или терраса, или еще мансарда. Пентхаус у тебя там будет. Тик, 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 где? Тик, тик. Все, пошли. Ух ты, как ты высоко. Давай, ну, рассмотрим внимательно, что у тебя есть. Так, там море, утки, куры. Прикольно. Мне давно интересно, что под водой, только там твой зомби. Замок. Там горы высокие такие. Класс. Другой город. Там... А ты туда ходил пешком? Да. И что там? Там просто человечки. А давай в следующем видео сделаем путешествие к соседям, в соседний город. Мы с тобой не ходили. Если наберем, например, 900 тысяч подписчиков. О, скоро наберем, кстати. Да. Короче, я предлагаю действительно в следующем майнкрафтовском видео сходить к соседям. А сейчас продолжаем строить пятый этаж. А зрителям задача поставить лайк, подписаться на канал Мистер Макс Плей. И всем пока. Как это? Что? Как всем пока? Что, рано еще? Да. Ну, строить неинтересно. Ну, неинтересно же смотреть, как ты строишь. А уже в следующий раз покажешь, что получилось. Или хоть немножко показать? Давай. Давай, хорошо. Еще чуть-чуть смотрим. Давай. И... А, или ты быстро строишь? Да. Вау, как ты быстро. Реально быстро. Макс-строитель. Макс-строитель все построит. Макс-строитель лучше всех. О, нормалек. Я думал, долго. Это в реальной жизни долго дома строятся. В Майнкрафте было бы дерево, да? Дерево самое легкое. А каменные дома тоже строят? Ну, каменные дома никто не строит в Майнкрафте. Только другие города. Это сильно долго, да? Да. Это добывать из-под земли. А дерево пошел, накопал, да и все? Да. Накопал, нарубил. Потом сделаю окна. Я такой, по бырику. Угу. А то потом думать, где делать, что окна. А так уже в комнате будешь стоять и где-нибудь да и вырубишь себе окошко, да? Ну, прикольно. Какой высоты у тебя стены? Сколько кубов? 4, чтобы крыша была.
чтобы размером как прыжок. О, чё, надо дерево нарубить. Давай. Кстати, надо... мы еще не показывали, как мы рубили дерево. Ну что, пятый этаж почти готов. Немножко осталось доделать. Да. Ты что, спуститься не можешь? О. Как ты быстро уже гоняешь по лестницам. Так, что там, на улице не вечер? Совсем нет. Нет, день. Солнышко вверху. Так, и где мы берем дерево? С этих берез? Так, топор. Нет, с дуба. У тебя уже топор есть? Да. А где он? Вот, это не он? Да, это он. Пошли в лес по дрова. Я обычно оттуда добываю дерево. А из березы получается тоже доски? Да. Древесина? Да. Ага, вижу, вижу уже дубы. О, вот они, отлично. И... А раньше ты руками делал? Да. И приходилось долго ждать, да, пока да. нарубишь? Угу. А как вверх? Ага. Отлично, остались только листья. Да. Ну и не забыть собрать, конечно, то, что ты нарубил. Пока что у меня 5 кусочков. Обычно я добываю 22 кусочка. За один раз? Да. Прикольно. И оно потом вырастает новое? Да, нет. Нет, а так и остаются деревья висячие. Это потом надо находить другие. Так, ну прикольно. Ну что ж, я думаю, можно заканчивать. Нет? Нет. Что, все-таки хочешь закончить пятый этаж? Да. Это на следующее видео, если мы наберем 10 тысяч лайков, то надо будет столько же этажей в плюс. Да? Да. А сколько мы обещали? 6 этажей? 8? 10. 10 этажей! Вах! Это будет, наверное, очень высоко. Да. Так, вот наш дом. Так. И что? Строй лестницу, ну там. Лестницу или окошко? Лестницу вот туда. А, вот так, прикольно. Трансформируем дерево. Опа-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 па. Ой, оно упало вниз, не? Да. Или ничего страшного? Ничего страшного. Ой. Так. И раз, 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 раз. Все, стены готовы? Да. Отлично. Теперь крышу. Дерева хватит? Да, конечно. Мне 64 кусочков было. Все, теперь сюда надо еще какой-то свет, опять кровать, да, что там еще? Да, опять кровать. Ну, окошко, обязательно. Есть. О, отлично. Стекло есть у тебя сразу стеклить? Нет. Нету? Надо песок добывать. Окей, но это, я думаю, мы уже сделаем без видео, да? Давай. Пятый этаж готов, мы пошли добывать песок. Да. Вам, если понравилось видео и Максимин пятиэтажный дом, обязательно поставьте лайк. Лайк! Напишите в комментах «Макс не нуб». И всем пока. Пока. Следите за нашими новыми приключениями.